Привет всем! Стою как гопник, камера штатив выше не поднимается, вот как есть, так есть. Наконец-то мой участок становится похожим на участок, а не на болото, которое было прежде. Обратите внимание, что тракторист по своей инициативе, наверное, это все от опыта, что он знает, что надо укрепить край границы участка, то есть где будет стоять будущий забор, чтобы не обсыпалось. Он здесь несколько раз проехал на гусеничном тракторе, ну туда-сюда притоптал. Займусь уборкой вот этого хлама, который тут еще есть на поверхности, чтобы в следующий раз, когда приедет трактор, он все равно все это будет поднимать, скажем, еще бурзать этот грунт, и вся эта вот поебень будет вылезать, но ее будет меньше, если я ее сейчас маленько уберу. Чтобы вы поняли, я сейчас встану на край, то есть вниз спущусь. Ну, это, скажем, если вам видно, это мне посюда, я поднял участок. Сейчас тачка в зубы, и будем убирать все. Это напоминает копание картошки. В этом году много картошки, и она довольно-таки крупная. Везде она.